Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy. Сегодня я вам покажу одного из самых богатых в туалет Tower Defense. Он, ребята, мне давал своих юнитов поиграть, в том числе и апгрейдит Дрилмена. Сегодня мы посмотрим на весь его инвентарь, ну и попробуем, наверное, вместе с ним поиграть и посмотрим, что из этого получится. Вот он уже зашел, ребят, смотрите. Смотрите! Жесть, ребята, у него 5 дрилов, смотри! Обалдеть, ребят, смотрите. Реально, это не монтаж, ничего, ребят. Смотрите, 5 дрилов у него. Просто жесть. Я даже не знаю, сколько они сейчас стоят, ребят. Кто-то писал, что 150 тысяч. Кто-то писал, что 200 тысяч гемов. Кто-то писал, что 250, ребят. Напишите в комментариях, сколько сейчас вообще вот стоят вот эти дрилмены. Но у него, ребята, их 5 штук. Давайте посмотрим, какой у него вообще инвентарь. Сейчас он нам кинет трейд. Давно мечтал купить робоксы по самой дешевой цене? Тогда тебе точно на RBXL. Здесь вы можете купить робоксы по самому выгодному курсу, не беспокоясь за безопасность своего аккаунта. На сайте робоксы всегда есть наличие, а для желающих получить их совершенно бесплатно сейчас действует акция. Делись своим промокодом с друзьями, выполняй простые задания и получай за это все робуксы. Вступайте на дискорд сервер с регулярными розыгрышами, в группу ВКонтакте с масштабным розыгрышем на стене и тысячами отзывов от реальных покупателей. Все это только на RBXL. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Вон, смотрите, у него еще маленький на плече сидит какой-то доминус. Прикольно, кстати. Так, ну и давай ждем сейчас, как он кинет нам трейд. Вот, ребят, он кидает. И давайте посмотрим, что там у него сейчас есть в инвентаре. Но 5 дрилов это... О, они еще, смотрите, сигнутые все, ребят. А, не, не все. Не все сигнутые. Ага, диджей, у него гипер, диджей, инженер, банни. Ну и, в общем, ребята, смотрите, сколько всего жестко. А, нифига себе, сколько лэрджей. Да, ребята, вот сколько вообще всего, вы посмотрите, какой инвентарь. Еще и в шефы тоже сигнутые, ребят. Обалдеть. Ну вы посмотрите, сколько это все примерно стоит. Там много экс и мификов он еще пишет, ребят. Ну вот это самое редкое, да? Но самое редкое у него это, ребята, апгрейд Дрилмен. У него их 5 штук. И, ребята, это очень дорогой инвентарь. Если рассматривать именно в дрилменах, ребят, это просто жесть. Он мне сейчас, ребят, даст дрилмена, и мы давайте сыграем, ребят, сходим вдвоем. Попробуем сыграть чисто дрилмена. Вот у него спикеры, ребят, смотрите. 83 тысячи гемов у него еще, ребят. Ну, 83 не так много, в принципе, да? Но у него было больше, ребят. Я видел, у него было больше. У него там было за 300 тысяч вроде бы гемов. Вот он, ребят, смотрите. Все сейчас убирает, оставит мне одного дрила. И мы пойдем сейчас, наверное, сыграем, ребят. Посмотрим вдвоем. Я, кстати, ни разу не играл, чтобы и у него, и у меня был дрил. Давайте вот так сейчас по новой примем, чтобы он не отменял, видимо, да? Давайте, ребят, вот так вот, смотрите, сигнутого он нам дает. У нас, кстати, есть вот такая вот апгрейд камера спайдер, но мы давайте с вами, наверное, сейчас... Давайте ее оставим. Мы с вами давайте-ка уберем, например, гипера. Гипера мы с вами уберем и возьмем дрила. Все, погнали, ребят, мы пойдем вот в Toilet Lab. В принципе, мне этот Toilet Lab карта понравилась, ее немного переделали, она достаточно прикольно выглядит. Так, что-то он завис. Ты где там? Пошли сюда, 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 сюда. Let's go сюда, куда-нибудь вот сюда, например, встанем. И давайте попробуем. Так, вот я, конечно, не взял этого. Давай-ка сейчас я вместо, давайте усиление возьму, ребята, грина. Вот так вот, все, погнали. Вместо... усиление, ребята, диджея, мы с вами сейчас имеем грина. Ну, типа, на начало, чтобы поставить, потому что, ребята, в начале мы, конечно же, ну, очень много напропускать можем, тем более вдвоем. Чтобы дожить до дрилов, ребята, нам надо хорошенько постараться. Попробуем на автоскипе все это дело делать. И сейчас посмотрим, ребят. Вот такой вот у меня состав, и сейчас будем ставить чисто дрилов. Я ставлю автоскип сразу же. И, наверное, давайте вот здесь вот начну ставить санд. И потом, ребята, мы с вами вот здесь вот... А, он поставил, ребят, он поставил. Окей, он грина поставил. Все, значит, отличненько у нас. Я ставлю, значит, санд, ребят. Сейчас у нас скип будет.
Давай, 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 скипайся. Тут как бы один пока у нас грин должен справляться, ребят. Оп. Вот таким вот образом ставим. Короче, сейчас будет, ребята, очень много. А, кстати, вот сюда их можно поставить? Ну-ка, дрилы. Они сюда вообще вместятся? Нет, ну-ка. Да, вот сюда вмещается. Да-да-да, смотрите, вот здесь вот не вмещается в этот, ну, как бы, проходик, да? Смотрите. Вообще никуда он тут не ставится. К сожалению. Но здесь ставится, здесь, типа, окей, можем поставить, если что. Так, давайте мы с вами ставим еще одного Санту вот таким вот образом. Ну и, я думаю, мне надо, наверное, на помощь поставить вот здесь вот тоже Грина. Ну, вот так вот поставим сейчас в центре его. Чтобы вот так вот. Оп, все. И даже на 250 я его улучшу, ребят. И теперь надо нам с вами Санту так вот усилять. Окей. Сейчас мы с вами потихонечку накопим на наших дрилов. Сейчас надо будет сразу дрилы, ребят, поставить. Я, кстати, не взял усыпление, ну, чтобы нас лечили, да? Никакого там дрона не взял, ребята, ни медика. Ну, ладно. Кстати, смотри, что-то тормозит. Вообще не тормозит, а лагает именно. Это, может быть, из-за твоего инвентаря, а так лагает, ребят. Жесть, смотрите, что-то прям рывками, смотри, они двигаются. Очень странно. Очень странно, что крывками какие-то движения, ребят, идут. Ну ладно, надеемся, что все нормально будет. Я, наверное, поставлю вот здесь сейчас, ребят, лепрекона. Вот так вот, наверное, его поставлю. Пусть у нас тут будет лепрекон, ребят, потому что тут, смотри, начали пропускать. Сейчас поставим лепрекона. Давай, 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 скип, 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 скип. Давай, скипайся. Отлично, все, лепрекона поставил. А теперь, по идее, он должен надамажить. Мелких ничего страшного, главное этих больших не пропустить. И там, я думаю, по идее, должны справляться. Так, лепрекон, ребята, должен тащить. Надеюсь на это. А то что-то пока это... Пока прям плоховато. Давайте вот здесь еще лепрекона поставим одного. Вот так вот, вот, поставил я. Жесть, а что так тормозит? Я не понимаю, ребят. Что-то прям очень странно. Ну вот здесь, смотри, у нас мутант жирный прошел. Что-то пока все очень плохо, я не знаю, может быть из-за тормозов таких. Что-то прям вообще, ребят, давай вот сюда лепрекона поставлю. Надеюсь, как бы чуть-чуть раздамажим сейчас его. Давай, 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 лепрекон, дамаж, дамаж. Я не понимаю, что лепрекон-то не дамажит. 1700 надо апгрейд. Потому что, ребята, что-то я даже не ожидал, что прям так жестко будет. Все, я лепрекона апгрейдил вот этого, который у нас здесь стоит. Теперь будет проще. Главное, чтобы вот этого мутанта не пропустить. Ну, может быть, даже если пропустим, ничего страшного. Вот этого, главное, второго босса не пропустить. И вот этих вот тоже. Жесть, ребят. Я не знаю, мы до дрилов-то вообще доживем или нет. Потому что, смотрите, опасно. Очень опасно. О, смотри, смотри, смотри. Гипера поставил, но сейчас у нас пам. Минус, окей. Давайте... Я вот здесь камеру поставлю. Вот так вот. Пусть камера у нас тут справляется. Давай, давай, давай. Камера, 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 камера. Сейчас будет, ребята, тут помогать. Все, нормально. Все, камера справится. Давай-ка вот сюда еще тоже камеру поставлю, ребят. Вот так вот. Поставим камеру. И все, можно будет уже, наверное, немножко расслабиться. Потому что, что-то смотри-ка. Очень опасно. Нет, смотри, что, нифига. Тут 30 косарей, ребят. А как мы эти 30 косарей вынесем? Вот в чем вопрос. Давай вот так на 1500 апгрейд. Давай, 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 давай. Бам, 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 бам. Ребята, сейчас здесь у нас, походу, будет самая главная линия обороны. Ну, хотя, смотри, здесь с боссами нормально справляемся. Ну, типа, не прям круто, конечно, справляемся, но неплохо. Надо этих апгрейдить, ребят. Я тут денег очень мало получаю. Там вроде как справились, да? Да, ребят, смотри, нормально. Камера здесь помогла, но... А вот здесь вот сейчас проходит. Так, 500 надо апгрейд. Вот так, все, окей, ребят, пока нормально. Давай вот этого сейчас на 1700, ребят, апгрейдим. Если, конечно, мы успеем. Давай, 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 давай. Отлично, все, вот так. И камеру надо будет. Слушай, камера-то неплохая. Камера неплохая. Плюс, смотри, здесь у нас сейчас гипер стоит. Все, нормально, ребят, я надеюсь. Будем справляться. Этот паразит, конечно, опасный. Камера, камера, да паразита иди. Иди на паразита. Так, 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 так.
Вроде окей, вроде справляемся, ребят. Ну 160 тысяч, не справимся. Скорее всего, мы не справимся. Я сейчас поставлю вот здесь вот еще. Да что ж такое, это камера, ставься. Давай, камера, апгрейд, вот так вот. Не, ребята, смотри-ка. Давай. Нет, ребята, все-таки мы не справляемся, просто тупо не справляемся. Знаете что? Видите? Все, это ГГ. Вот сейчас мы с вами наглядно увидели, что чем проще юниты, тем, в принципе, и проще проходить карту, да? Вот эти редкие юниты, они как бы крутые, но, ребята, они не прям супер сильные, то есть... Юнит-то крутой, вот этот апгрейд Дрилмен, да? Но, например, Лепрекон или Камера Спайдер тоже, ну, типа, ими можно вообще смело проходить, ребят. Ну и мы выбрали, конечно, не очень-то хорошую карту, да? Мы в Туалет-Сити, вот он говорит, Туалет-Сити надо. Ну, в принципе, да, можно попробовать Туалет-Сити. Но давайте-ка, знаете, что я сейчас попробую, ребят? Так, я хочу посмотреть, вот вы мне тут дарите очень много всего, ребят. Давайте, знаете что? Напишите в комментариях, ребята, свои ники, я... Отправлю вам каких-нибудь своих юнитов, которых мне не жалко, которых у меня очень много. Возьму рандомно из комментариев, ребят, ваши ники, отправлю вам юнита. И если вы нубик, то я думаю, этот юнит, которого я вам отправлю, хорошо должен вам помочь. Ну а я, наверное, ребят, отдам сейчас юнита апгрейд Дрилмена. Все-таки у нас не получилось. Мы можем, конечно, попытаться снова пройти, ребят, и у нас получится, скорее всего, пройти в Туалет-Сити. Но, ребята, я, наверное, этого делать не буду. Я вам показал самого богатого, можно сказать, человека, ну, лично которого я знаю, ребят, у него, вы сами видели, да, очень много дрилов. Я хочу, знаете что, ребят, в следующем видео попробовать сделать так, взять у него 5 дрилов и пойти в трейдинг плазу. Как вам такая идея, ребят? 5 дрилов попробовать трейдить, и что мне будут за них предлагать, это будет вообще взрыв мозга. Поэтому, ребят, если вам хочется на это посмотреть, то обязательно, конечно, напишите об этом в комментариях. Всем, ребят, спасибо за просмотр, всем пока-пока.